была заполнена избывшимися мечтами. А ты сидела рядом, меня гладила рукою и тихо говорила: я всегда буду с тобой. И тебе почему-то я верил, хотя знал, что все проходит. Но влюбленные глаза не видят того, что происходит. Обманутые счастьем так боятся его потерять, что в тряске над ним перестают его ощущать. И вскоре я сидел один на краешке надежды с мечтами о том, что может будет все как прежде. Но ужасающая реальность мою остудила кровь, и казалось навеки я забыл, что значит любовь. Что значит любовь? В жизни так бывает, что любовь приходит вновь. Только пламя догорает и не бьется вена кровь. В жизни так бывает, что любовь приходит. Манит, и непонятно, куда же ушло все тепло. Холод в глазах, ветер в словах, страх перед болью от старых потерь, откровенной любви захлопнута дверь. И теперь, когда в сердце нет больше огня, теряется смысл каждого дня. Дрожь и озноб под лживых ветров, сметающих доверие к теплу нежных слов. И голос, он вроде бы и милый, и родной. Почему нет любви? Ответ простой: в жизни так бывает, что любовь приходит.